Хорошо, что мужской маникюр не предполагает покрытие лаком. Его модели наверняка поспешно обдирали бы в фойе сразу после демонстрации экспертам. На придание изящной формы и полировку 25 копейских добровольцев уже согласны. Как-никак чемпионат проходит в городе третий год подряд. С моделями это вечная беда. Особенно вот сейчас как раз у нас стартовала мужская номинация. То есть, ну, чтобы мужчина пошел на маникюр, это нужно очень сильно постараться. Я вообще хожу без маникюра. Вот как-то так сложилось. Ну, копейс тоже идет в ногу со временем. Тоже красота ногтей требует красоты. Топ-мастер Светлана впечатляющей длины ногти носит всегда. Ну, это дело привычки, на самом деле. Просто я не умею выносить короткие ногти. Я не умею носить квадратные ногти, поэтому, собственно, выбор формы – готический миндаль и длина. А готический миндаль коротким быть не может. Сейчас доделываю модель для того, чтобы она не ушла от меня с одной рукой, то есть уже вне рамок соревнований. В чемпионате очно и заочно принимают участие 450 мастеров со всей России, а кроме того из Нидерландов, Израиля и Германии. Участники также соревнуются в искусстве педикюра и аэрографии. Гран-при чемпионата достанется лидеру максимального числа номинаций. Есть у нас техника художественной росписи, как на больших и маленьких типсах. Есть у нас инкрустация стразами, потрясающе красивая, просто все горит, блестит. Также у нас есть номинации объемных дизайнов, да, то есть объемный 3D-эффект лепки, тоже потрясающее украшение своими руками. Сюжеты из фильмов и мультиков, пейзажи и портреты. Ногти могут стать крошечной картинной галереей. Смотрите, работа выполнена в технике акварель. Легкая, воздушная. Все работы, которые представлены на конкурсе, можно делать в реальной жизни, то есть переносить на живого клиента. Помимо живописи, мастера преуспели и в искусстве миниатюрной скульптуры. Настоящие шедевры созданы из материалов для ногтевого сервиса – акрила и гель-лака. Пятерка победителей копейского соревнования в мае поедет в Кёльн на чемпионат Европы. Юлия Алексеева, Антон Ступко, СТС Челябинск.